Всем привет! Любимое многими время года – зима. Для лазертаг бойцов это особый период. И сегодня я дам вам несколько советов о том, как играть лазертаг зимой. Поехали! Одежда. Если вы хотите максимально комфортно поиграть, вам необходимо разделить гардероб. Приехать в своей обычной одежде, а на игру переодеться в военную или спортивную форму. Притом, во время, так скажем, простоя вам должно быть немного прохладно, тогда в полусражении будет самое то. Второй вариант. Когда не хочется тащить целый комплект сменной одежды, возьмите с собой лишь носки и футболку. Достаточно переодеть после игры только их, чтобы быть сухим и чувствовать себя комфортно. Зимой дистанция уверенного поражения увеличивается за счет отсутствия листвы и влияния солнца на датчики, поэтому без маскировки никуда. Оборудование. Все в курсе, что при отрицательных температурах аккумуляторы разряжаются быстрее, поэтому обязательно проверяйте заряд таггеров и девайсов перед игрой и при необходимости заряжайте их. Стоит исключить постоянное включение и выключение таггеров между раундами. Это приведет только к образованию конденсата и никак не сэкономит заряд ваших аккумуляторов. Игра. Лазертаг зимой – это еще большее движение, чем летом, и оно во многом вынужденное. Не хочешь замерзнуть – бегай. Остановки и паузы – 5-10 минут. Если вы снайперу любите пощелкать зайцев из укрытия, то советую вам почаще менять позицию, чтобы не примерзнуть. Ну и не забывайте про каремат или сидушку. Ну а если таковых нет, подойдет на тулуп. Увлекшись маскировкой, не забудьте о здоровье. Согревайтесь изнутри чаем из термоса. Локация. После первого хорошего снега многие игроки могут не узнать свой любимый полигон. Давайте будем считать, что это новая игровая площадка. И у нас будет два пути – расчищать хотя бы привычные тропы, чтобы бегать, или играть на уровне сложности профессионал. Куда пошел, там и дорога. Прыгать в сугробы с высоты стоит только тогда, когда вы точно уверены в безопасности. Ну а вообще не стоит. Не стоит это того. Уделите внимание игре и взаимодействию с командой. Как раз-таки зимой многие задачи для героя-одиночки становятся трудновыполнимыми. Их лучше решать сообща. Лазертаг – самая доступная военно-тактическая игра в зимний период. В ней нет шариков с краской, которые мерзнут на морозе, а нагрузка на аккумуляторы значительно меньше, чем в страйкбольных приводах. Время игры зависит только от вашей физической подготовки и от запасов горячего чая. Играйте в реальности, получайте эмоции и не забывайте подписаться на наш канал. До новых встреч!